В Ишимбайском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва бытового газа в квартире, сообщили в региональном управлении МЧС. Также возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел вечером 30 августа в жилом доме по улице Советской. Двое человек получили травмы и ожоги, им оказали медицинскую помощь. В результате хлопка разрушилась несущая стена. 8 жильцов подъезда ночевали в пункте временного размещения, который развернули в гостинице «Заря». По итогам работы комиссии двухподъездный дом признали аварийным. С завтрашнего дня начнется расселение. Жильцов пустят в квартиры только чтобы забрать вещи. Для их безопасности спасатели укрепили несущие элементы крыши. Всего же к ликвидации последствий происшествия привлекли 57 человек и 19 единиц техники.